Приветствую вас. Если вы действительно хотите перестать воспринимать слова близких людей, близких к сердцу, то вам необходимо разобраться с тем, как этот процесс происходит. И говоря о том, чтобы разобраться в том, как этот процесс происходит, я имею в виду моменты, когда вас задевают, то есть говорят близкие, когда значимость, вес, смысл, значение их слов является выше, больше, чем аналогичное по отношению к вашей позиции. То есть есть что-то, в чем вы в себе не уверены, есть что-то, в чем вы не сформировали свое отношение, есть что-то где вы не сформировали свое отношение к себе, и, соответственно, вот в эти неуверенные места и попадают ваши близкие люди, ну, не только близкие люди, но любой человек будет попадать вам в эти места, к сожалению. Вот потому что, ну, если вы себе не уверен, то по-другому быть, в принципе, не может. Вот. Вот такой момент. Нужно поработать с уверенностью в себе, с самооценкой, с личными границами и с тем, в чем вы не уверены в себе, в чем вы внутренне с ними соглашаетесь. Потому что близко к сердцу мы принимаем то, с чем согласны. Мы сами от чего-то восприятия себя бежим и закрываемся, но через близких соглашаемся, потом с этим боремся, пытаясь восстановить статус-кво через убегание. Вот, ну, совершенно очевидно, что это не та позиция, которая может к чему-то привести. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.